проблема. Тема очередной встречи социальной гостиной «Доступная среда для инвалидов-колясочников». Валерий Бачманов, член Ленинской районной организации инвалидов, не понаслышке знаком с проблемой передвижения на инвалидной коляске, потому что он сам колясочник. У него всегда вызывает недоумение установка почти вертикальных пандусов. Это заезд, во. Да. А вот последние вот эти три ступеньки. Я про это и говорю. Там, я не знаю, это для кого это сделали. Это. Валерий Николаевич и Марина Варламова, мама девочки-инвалида первой группы с детства, которая передвигается на коляске, согласились на общественных началах войти в целевую группу участников областного проекта «Доступная среда». Будем стараться, будем помогать, будем учить даже, может быть, на своем опыте каком-то жизненном. Вместе с социальным работником они пройдут по городу по самым востребованным маршрутам и детально обсудят, где и что мешает инвалиду в передвижении. По этим маршрутам будем совместно с администрацией района, с органами жилищно-коммунального хозяйства, с транспортными организациями, с организациями ЖКХ, здравоохранения, образования отрабатывать те самые меры, которые помогут передвигаться, значит, лицам с ограниченными возможностями свободно и беспрепятственно как по городу, так и внутри различных учреждений. На встрече выяснились и другие проблемные места в городе для передвижения людей с ограниченными возможностями. В сетевых магазинах во многих нет доступной среды для инвалидов по зрению, ни направляющих, ни желтых полос предупреждающих, тоже этого нету. Большая проблема для людей с ограниченными возможностями – это трудоустройство, поскольку требования к потенциальным работникам-инвалидам, работодателями завышаются. Пытаемся бороться на уровне своем, потому что службы занятости полномочий наказывать никаких нет. В настоящее время нормативные акты проходят правовую экспертизу. Все поднятые вопросы на встрече в социальной гостиной будут взяты на контроль участников проекта «Доступная среда». Есть и хорошая новость. Увеличился перечень средств технической реабилитации инвалидов. На 11 позиций, не входящие в федеральный перечень, но оплачиваемых за счет средств областного бюджета, увеличился этот список. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».